Председатель фракции «Единой России» в Совете депутатов Одинцовского городского округа Вячеслав Киреев провел удаленный прием населения по личным вопросам. К нему обратилась с жалобой жительница деревни Ликино. Между ее домом и забором местного детского сада мусоровоз сбросил прессованные твердые коммунальные отходы. После депутатского запроса в территориальное управление Жаворонковское начались работы по ликвидации мусорного навала. Их проведение контролируется в рамках партийного проекта «Чистая страна» и работы волонтеров. Центра «Единой России».